Первоклассница Маша Гутова – очень любознательная девочка. Она любит книги, шахматы, а еще увлекается литературой. Об этом ученица 17-й школы рассказала главе округа Андрею Иванову. Руководитель муниципалитета приготовил для Маши особенный подарок – специальную парту, чтобы ей было комфортнее обучаться. Теперь я смогу с кем-нибудь сидеть. Да, ну так и себя подозрели. Парта легко регулируется, еще она достаточно просторная, ведь Маша давно мечтала, чтобы с ней рядом сидели одноклассники. Теперь и это желание девочки исполнено. Я буду сидеть с этой стороны, а кто-нибудь рядом со мной будет с этой стороны. Я хочу с кем-нибудь сидеть. Несмотря на свой юный возраст, девочка является лауреатом конкурса «Литературное слово» и послом счастья в ассоциации «Дети Евразии». Свои успехи в чтении она легко демонстрирует гостям. И в бой помчится, словно красный конь, в борьбе с собой себя превозмогая. Настоящий артист. Диагноз Маши – спинально-мышечная атрофия. Учиться в обычной школе было общим решением семьи Гутовых. Сейчас класс занимается на первом этаже, чтобы девочке было легко и удобно посещать уроки. Одноклассники любят Машу и всегда стараются прийти ей на помощь. Мария Шматкова, телеканал «Одинцова».